И всем привет-привет, ребята, с вами Анитар, и вы на моем канале. Но перед началом этого крутого видоса, не забудь подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик и напиши любой комментарий. И еще не забудь подписаться на мой телеграм-канал, ведь там проходит очень много конкурсов. Но вчера моя подписчица дала мне целых 3 ценных питомца. Корову, черепаху и кенгуру, чтобы я посмотрела на них трейдов. Просто спасибо тебе огромное. Но в этом видео мы будем смотреть трейды на Flyred кенгурушку. Но давайте не будем задерживать и погнали. Итак, я на каком-то не очень донатерском сервере, ну ладно. Мне предлагают легендарную машину, ты серьезно? У меня этих машин очень много. Ну, ой, ладно, одна машина, но это вообще очень мало, так что мы отклоняем. Но, ребята, просто посмотрите, какой тут сервер. Тут даже нормальных питомцев нет, на которого можно будет затрейдить Flyred кенгуру. Так что я пойду перезаходить на следующий сервер. Ну, ребята, следующий сервер уже более-менее. И, кстати, ой, что-то у меня залагало. Все, мне кинули первый трейд на этом сервере. Вот, но у меня там есть конкурент. Мне предлагают Льва Стража. Бизнес-манки. Простите, то что так лагает, да. Но мне кажется, это мало, так что мы отклоняем. Меня просто закидывают трейдами, потому что кенгуру хорошо ценится, Flyred курочка. Это очень даже хорошо, но что это за добавки? Прости, я отклоню. Так, похоже, это видео будет достаточно длинненьким, потому что тут трейды кидают довольно часто. Райт, раб и пёс, ты серьезно? Это вообще невыгодный трейд. Прости, я отклоняю. Следующий трейд. Что нам предложат? Хамелеон Райт, это прикольно. Flyred лебедь, тоже прикольно. Но не за Flyred кенгуру. Но я даже не знаю. Пожалуйста, пишите в комментариях, какие были самые лучшие трейды в этом видео. Итак, прилетел следующий трейд. Я думала, нам уже трейды кидать не будут. Но зачем кидать трейды, я не пойму. Кстати, как вы, наверное, угадали, то, что следующее видео будут трейды на Flyred черепаху и Flyred корову. И, кстати, в телеграм-канале, если вы подписаны, то обязательно подписывайтесь, и вы узнаете, зачем мне столько много слизняков. Ну, вы, наверное, по этим словам уже поняли, но мне кинули трейдик. Смотрим. Мирхорс, ты серьезно? Ты за это хочешь Flyred кенгуру? Прости, но это вообще никак не тянет, даже, не знаю, даже на легендарку. Итак, нам предложили следующий трейд. Flyred Хладногнев, простите, Райт Химера. Но, в принципе, симпатично, симпатично, но, пожалуйста, я хочу добавки, прости. Так, это этот же человек мне кинул трейд, я просто не пойму. Так, что ты нам предложишь? Интересно. Ну, блин, ну я же уже отказалась, зачем второй раз кидать трейд? Вот я этого не пойму. Если он сейчас согласится, я просто не понимаю этих людей. Голден яйцо. Ну, в принципе, ребят, напишите в комментариях, согласились вы бы на такой трейд. Я отклоню. Так, следующий трейд. Тут сервер прям пополняется хорошими питомцами. Ну, этот человек мне кидал трейд, я сразу отклоняю. Так, нам кинули трейдик. Так, смотрим. Flyred Cerberus. Но давайте покажем то, что у нас он есть. Типа у нас он есть. Так что, ну, даже если... Ну, добавки, ну... Он вроде нам кидал трейд со своим рабопсом и ховербордом. Но мы отклоняем, это вообще невыгодный трейд. Просто посмотрите, тут есть неоновый хамелеон. Я очень его хочу. Просто, ну, не знаю, за кенгуру. Ну, хватит, пожалуйста, с этими церберусами. Этот трейд прикольный, но... Все эти питомцы, они уже обесценились давным-давно. И баку тоже. И вот эти вот питомцы ультраредких, редких, хункамон, пожалуйста, мне предлагать не надо, потому что они неценные. Итак, следующий трейдик. Мне нравится, когда кидают много трейдов, потому что это прикольно. Мне кажется, всем это нравится. Так, давай предлагаю что-нибудь. Do you have neon ammo? Я, конечно, ничего не поняла, но он, наверное, хочет предложить ammo. Рыбу Эмма, не он, но я ничего не поняла. Пожалуйста, в комментариях напишите перевод вот этого вот. А не он Flyred в уверну, но, прости, это мало, я отклоняю. Так, следующий трейдик. Я точно не помню. А,
Ну, я думала, то, что этот человек нам кидал трейд, но нет. Флайрей Древний Дракон, хорошо, у меня есть такой Райт Древний Дракон. Но, если честно, эти драконы уже обесценились. Вот. Теневой Всадник, но он тоже как бы уже не очень ценный. Royal Egg и Роликовые Коньки. В принципе, нет, прости. Итак, ребят, это последний трейдик на сегодня. Смотрим, что нам предложат. Нам предлагают Flyrider Golden Ladybug. В принципе, хорошо, но она не ценная. Да, так что мы отклоняем. Но, ребята, это видео подходит к концу. Пожалуйста, напишите в комментариях, на какой бы трейд вы согласились. Вот. Ну, а с вами была Анитар. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.